Доброе утро всем. У нас снова стихи. И мама об этом узнает только рано утром. Вася, ты мне вечером рассказала и больше ничего не сказала. А утром мне и говорит, оказывается, у нас и Егорий, и Снежи тоже дали по маленькой полосочке стихов. В общем, для меня это было утренним откровением, что им задали по полоске стихов. Сначала Василиса у них весь портфель перерыла, чтобы найти эти две скомканные бумажки. И у того, и у другого, между прочим. А? Два моих зайца. Снеж, пойдем сейчас прическу делать. Ой, не знаю. В общем, со Снежкой кое-как мы заучили сейчас. С Егором сложнее. Он слова не проговаривает. Егор, давай повторим еще раз. Не умеет он смеяться и не любит раздеваться. Ну? Не умеет он смеяться. Да не сниматься. Это ты любишь сниматься. А мы про лук разговариваем. Не умеет он смеяться. Не умеет он смеяться. И не любит раздеваться. И не любит раздеваться. Кто кафтан с него снимает? Кто кафтан с него снимает? Часто слезы проливает. Часто слезы проливает. Давай еще разочек. Не умеет он смеяться. Не умеет он смеяться. И не любит одеваться. Это ты не любишь одеваться. А лук не любит раздеваться. И не любит раздеваться. Кто? Кто? Кто кафтан? Кто кафтан с него? Да не снимет, а снимает. Снимает. Часто слезы проливает. Часто слезы проливает. Да. По поводу прошлых стихов мне написали совет такой. Нужно разобрать сначала стих по смыслу. Мы, конечно, это делаем. Иначе ребенок бы даже и не смог. Но, вот я еще раз повторю, с Егором все намного сложнее. Вот со Снежей нет таких проблем. Она это все понимает, потому что она пришла к нам как раз в том возрасте, когда вот детки еще как бы кожей, наверное, впитывают и речь окружающую, и все. А для Егора вот эти все слова «кафтан», что там еще дают? Ну, вот такие аллегории, да, вот про лук говорим, когда говорим, что кого-то раздеваем, слезы проливаем. У них сразу получается, потому что часто видят, что мы и лук чистим, все. У Егорки этого нет. Он не проводит вот эту вот аналогию. Он даже не понимает, например, что такое кафтан. Ему нужно это все показать на картинке. Где я сейчас возьму кафтан на картинке? Егор, кафтан – это шелуха. От лука так называют в этом стишке. Слышишь меня? Давай еще раз повторим. Давай. Давай еще раз. Ну? Давай быстренько. И побежали. Не умеет он смеяться. Смеяться. И не любит раздеваться. Кто? Кто? Ну, кафтан. Сложное слово такое. Кто кафтан? С него. С него. Снимает? Снимает. Только слезы. Да не только, а часто. Часто слезы проливает. Мама же плачет, когда лук чистит, а? Видел? Да. Вот. И у тебя слезы, когда ты рядом стоишь. Снеж, ну-ка давай мы с тобой про твою свеклу. Давай. Красный нос в землю вос, а зеленый нос... Да не нос, а хвост. А зеленый хвост снаружи. Нам зеленый хвост не нужен. Только... Нужен только. Нужен только. Нужен только красный нос. Угу. Ну, вот Снеж, конечно, выучила, но тут не складно, поэтому трудно запоминается. Но она молодец. Не молодец, только что стишок забыла вчера маме показать. В общем, как в том анекдоте, да? Когда стих-то рассказывать? Вчера, да? Нет. А когда? Завтра? Нет. Пойдем, Снежок, мы с тобой прическу делать. У меня лохматая. Скажи всем привет, зайка. Всем привет.
Скажи всем привет. Всем привет.